В Славянском районе продолжается реализация краевой программы «Дети Кубани», благодаря которой за последние 5 лет 110 славянских детей-сирот получили квартиры. В этом году новоселье отметят 29 славянцев из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Вручение ключей от собственного жилья первым новоселом прошло в торжественной обстановке в администрации района. Благодаря поддержке нашего губернатора Вениамина Кондратьева на Кубани действует программа «Дети Кубани». Благодаря этой программе выделяются деньги на приобретение жилья детям, которые остались без попечения родителей. Я вас хочу поздравить, потому что собственное жилье – это, наверное, основа основ. Когда у человека есть крыша над головой, он уже может больше времени и мыслей уделять, наверное, работе, семье, бизнесу, близким людям. Поэтому у вас на сегодняшний день это жилье есть, мы вас поздравляем. Все ребята – воспитанники славянской школы-интерната. Квартиры с учетом их пожеланий были приобретены в Красноармейском, Калининском и Каневском районах. Именно там молодые люди собираются учиться, работать и создавать семью. И они, конечно, были благодарны за такой долгожданный новогодний подарок, как собственное жилье. Я благодарю администрации за полученную возможность получения квартиры. Хочу поблагодарить всех, кто в этом участвовал. Это очень хорошая возможность для детей-сирот, для поднятия, также создания семьи. Не только я, но и все те, кто получает эти квартиры, счастливы и очень благодарны. В этом году для славянцев из числа детей-сирот приобретены 29 квартир на общую сумму более 48 миллионов рублей. До конца года счастливыми новоселами станут еще 25 человек. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».